Дорога на Майкоп из Туапсе. Вот такой был нежданчик. Резко дорога заканчивается, асфальтная, появляется такая грунтовая щебенка. Короче, из Туапсе не ездите, ребята. Да, из Туапсе, друзья, это да, надо запомнить. Едьте дорога. Едьте через Краснодар. Дорога без ограждений. Прикольно туда лететь, прям вниз. Лёха, добавляет огоньку. Надо, да. Меньше медленно едет. Посмотрите, что сейчас происходит. Нет, сейчас не так. Он так медленно едет. Это тоже фары-то хоть бы включил. Друзья, всем привет! Мы с вами сейчас едем на смотровую площадку Лаганаки. И первая смотровая площадка раскрывается нам своим прекрасным видом. Красота! Это просто божественно. Мы сейчас проезжаем и видим, что на дороге лежит снег. Ну не на дороге, на дороге. Едем в зиму. Если присмотреться, то впереди нас большая гора, и она вся заснежена. Так, вот и мы уже у цели. Мама не горюй. Что можно делать первым делом?
на Лагонаке, когда 2 года не видели снега. Можно играть в снежки. В общем, друзья, мы наконец добрались до смотровой площадки. Это реально воздуха не хватает. Да, не хватает. Ну что? Видео. Да ладно, хватит. Нет, меня не надо. Поймала, да? Идем. Классно вспомнились, Илюха, детство. Играли в снежки. Но мы забыли, что мы на высоте 2000 метров. И мы уже стали задыхаться. Буквально там несколько минут мы покидали. Ощутили это на легких, на своем самочувствии. Расскажи, где мы находимся. Мы находимся на плато Лагонаке. Открывается такой красивый пейзаж со снежными вершинами. Я так понимаю, здесь зима никогда не заканчивается. Да не, летом тает. Летом тает, но тем не менее, когда ты из лета приезжаешь сюда, это для мозга целый восторг. Вы только посмотрите, альпийские луга, лошадки пасутся, если вы видите снег. Возможно, ребята кто-то уже катается сейчас на лыжах. И это все здесь, это Адыгея, друзья, это Адыгея, это природный. А, кстати, горная река еще бежит. Божественно. 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 Кто еще здесь не был, советуем побывать, потому что это просто чудесное место. Наслаждаемся видами. Друзья, дорога в лето, ура, солнце светит, деревья зеленые, снегов. Ну что, дорогие друзья, после посещения Лагонаки мы отправляемся на водопады. Здесь у нас есть касса, можно приобрести билеты. И вот карта, по которой можно посетить 6 водопадов. Ну что, поехали? Путь. Так, мы проходим вот через такой турникет. Идем на водопады.
Ну что, друзья, мы уже здесь. Переходим через реку Белую. Такие красивые виды. Двигаемся к водопадам, а вон там есть один небольшой водопад. Друзья, мы сейчас идем на водопады Руфабга. Это Адыгея. Такие зеленые леса. Подошли к первому водопаду. Лицезреем его. Хорошенький водопадик. И мы двигаемся дальше ко второму водопаду. Проходим вот такие интересные места, где люди выложили из камней пирамидки. Это лес, вот это зелень Наша дорога продолжается. Мы движемся вот по такой тропе с камнями, с корнями деревьев. Ну и, конечно, с рекой. Круто! Обязательно смотрим под ноги, идем аккуратно. Друзья, честно признаться, дорожка огонь. Такие красивые виды, такие пейзажи.
Кайф. Наша группа. Друзья, делаем съемочку двух камер. Не прелесть, а? Мы дошли до 4-го водопада, девичья коса. Дальше на 5-й водопад, и дорога идет в лес. Мы, пожалуй, остановимся на 4-м, так как у нас ограничено время. Продолжим свой путь дальше. Ну что, мы посмотрели на водопад, девичья коса. И сейчас мы идем обратно. Поэтому я думаю, что вам тоже было интересно посмотреть на эти виды, на эти красоты. Это просто божественно.
А мы движемся уже к выходу. Слушайте, нам понравился мост, река, в общем, все понравилось, все супер. Продолжаем путь. Благодарим это место за такие прекрасные виды, благодарим природу. Всем советуем. Друзья, посмотрев водопады, мы отправились дальше на термальный источник Водная Ривьера. Посмотрим, что нас ждет здесь. Что, все, тапки взяли? Идем путь. Мы уже купили посещение, билетики и продвигаемся в раздевалочку. И будем смотреть, что нас ждет на улице. Я уже вижу бассейн, и сейчас разденемся и посмотрим. Мы уже переоделись и готовы к купанию. У нас здесь есть несколько бассейнов. Это стандартная зона здесь. 4 бассейна. Один 37 градусов. Первый 39-40. Второй 37. Четвертый 18, один холодный, один, два горячих и один теплый. Какая красота. Здесь есть шезлонги. Кстати, можно организовать здесь же проживание. Здесь есть кафе, есть домики, есть номера. В общем, на любой бюджет. Да, так выглядит уже вечером. Нормальные источники. Водная Ривьера. Итак, а мы двигаемся дальше. Последний, пятый бассейн, он цветной, разноцветный, с подсветкой. 35 градусов. Шикарно. Илона делает заход. Вау! Ну все, поплыли. Ой, водичка огонь, вообще супер. 35 градусов. Хорошая водичка. Там, кстати, третий бассейн, он 40 градусов, он прям горячий. А вот этот тепленький, как тело. Супер. Адыгея!